Наш следующий с вами пункт – это Италия. Мы выбрались на границу с Италией, чтобы немножко пофристайлить, посмотреть, что есть. Тут просто безумная природа. Это курорт Насфи. Там вот где-то в облаках наверху горнолыжный курорт, который работает, по-моему, круглогодично. Судя по всему, там никогда снег не тает. Тут, на самом деле, достаточно прохладно, учитывая, что в городе было почти 20. Какая здесь природа, как здесь безумно красиво. Смотрите, какое офигенное место, парни. Так, фух, туда-сюда, вот эти высоковольтки. И такое вот здесь освещение сейчас классное. Солнышко слегка выглянуло. Вот эти все штуки можно так клево отснять. И там сзади такие высокие горы. Да. Я, правда, не уверен. Я, правда, слегка побаиваюсь здесь летать. Но это реально очень-очень рискованно. Если улетел, то улетел насовсем. Итальянская пицца. Ну, выглядит она, в принципе, неплохо. Тесто у нее не очень тонкое, но она с большим количеством ингредиентов. Тут у нас еще вот дьявола. Салями. Судя по всему, спот, куда мы идем, где-то вон там, между этими горами, там реально есть классное место. Сейчас пойдем, попробуем, посмотрим. Там где-то должны они все сходиться, горы, в одну точку. И такой должен быть вытянутый выступ вверх. Очень клево должно быть. Кемайку круто. Блин, какое же это все-таки напряжение, когда вот там спускаешься и скорость высокая, там уже никуда не свернуть, получается, попал на линию, попал, не попал, влепился в ветку. А если влепился в ветку на высоте там 30-40-50 метров и упал на скалы, то, скорее всего, разбил все.
Друзья, по поводу покачивания коптера, прошу больших извинений, но здесь просто жуткий ветер из-за того, что там такие высокие горы, а здесь все-таки довольно плоская земля, поэтому здесь очень сильно ветер, и коптер постоянно трясет. Я чувствую, даже когда по прямой я шел, тут иногда его реально вот так потряхивает из-за того, что резкий ветер, в общем, дует на него и так далее.